ждать. У Господа перед тобой большой долг. Возвращение! Слушай, армия грабил церковь и мешает нам добраться до горы. Поможешь? Нет! Господь отбивает башню, которая прячется у его щитки. Без башни мы потеряем забвение. И щитков. Понял. Будь осторожен, приятель. Твой выход, ракета! Тебе стоит избегать этой электрической магии! Берись со своей судьбой! Бедным дуболомам приходится торчать в мозгах. Гадость. Сколько же тут мозговой пыли? Да, она оседает в дыхательных путях слизи. Называется серые легкие. Хорошо, что на мне маска. Не, она не поможет. Частицы настолько маленькие, что уже проникли внутрь. И всего твои легкие уже посерее. И ты об этом знаешь? Я их видел. Много раз. Дракс, поможешь? Легко! Положи вот тут. Что ты делаешь? Мы оттуда пришли. Я быстро. О, куски мозгов прилипли к моим ботинкам. К моим тоже. Словно пережеванная жвачка. Не вздумайте притащить это на мой корабль! Дракс, нужна твоя сила. Поставлю там, где скажешь. Дракс, сюда, скорее! Я двигаюсь с необходимой скоростью. Ты понял, что я просто прикалывался? Ты о чем? Серых легких не существует! О, да, я знаю. Так ты купился! Серые легкие! А вы все знали? О, да. Конечно. Над тобой классно прикалываться, Квилл. Можно сюда. Ладно. Твой выход, ракета. Здесь. Почему самые могучие силы галактики не выступили против церкви? Галактус, странник, живой трибунал. На галактическую войну они тоже не явились, но это не помешало нам быть. Видно что-нибудь? Все тоже, только сверху. Странно, во время войны Танос не пытался захватить ресурсы забвения. Не стоит недооценивать политическое влияние коллекционера. Он... может подкупить кого угодно. Но церковь невозможно подкупить. Ей нужно лишь подчинение. Осторожно, тут все вот-вот развалится. Со всем забвением будет то же самое. Она встанет на ноги. У огромной головы нет ног. Так все просто взяли и ушли после того, как обнаружили кору? Если просто взяли и ушли, ты имеешь в виду, что псина совсем спятила и всех выгнала? То да. Эй, Грут, сможешь меня туда поднять? Я из Грут. Прямо туда. Этого не требуется для решения задачи. Я просто хочу осмотреться. Разведка? Разведка.
знаю, от чего голова сильнее кружится. От взгляда вниз или от взгляда вверх? Здесь странно пахнет. Это мозги начинают потихоньку тухнуть. Пахнет металлом и... не знаю, чем-то еще. Угря! Ты о чем? Продукт жизнедеятельности большого кататианского слизня. Как-то я сомневаюсь, что это моча слизня. Ее трудно перепутать. Делаю, делаю, сделал. Технический наворот. Одна штука, свежачок. Во, любой профан справится. Даже ты. Это верное замечание. И что это меняет? Судя по всему, эта штука вот-вот рванет. Ой, что же они с тобой сделали? А что во всех этих башнях и капсулах? Тут все в кучу, так что не угадаешь. Скажем, библиотека, совмещенная с капсулой удовольствий. Надеюсь, она уцелела. Моя крошка. Я хочу... Битвы? Поесть. Не успел на корабль. Ты в порядке, ракета? Нет, не в порядке. Кора, забвение. Что станет с этим местом? Это мерзкая помойка с дешевой выпивкой и грязными юнитами. Практически мой дом родной. Это не первый раз, когда кто-то пытается захватить забвение. И не последний. Космо на нашей стороне. Вот дадим пинка церкви, и он снова приведет тут все в порядок. Ха. Главное, чтобы не переборщил. Спасибо, Квилл. Я тут подумала. Да, жители забвения не трусы, но они... Нужно обсудить одну проблемку. Как мы собираемся вырубить кору, если она настолько заряжена? Да уж, кнопки выключения на ней точно не будет. А взломать ее сможешь? Это вам не дурацкий гаджет. Это же вмятская... Проблема не в коре, а в гадах, которые ее захватили. Разберемся с ними, и кора окажется просто машиной, за рулем которой никого. Откуда ты знаешь, что там есть руль? Я его не видел. Там нет руля. Но мне не нравится идея оставить эту штуку, заряженной этими гадами. Надо заняться проводниками веры. Уверен, они все проходят через один узел. Это уязвимая точка. Так вот, у нас есть выбор. Они стреляют, мы в ответ. Сюда!
Похоже, придется снова лезть по мозгам. Сначала переберемся через пропасть. Хочу предупредить, что как закончим, я оккупирую душ на неопределенный срок. Хорошо, Грут, давай сделаем свой мост. Я и жду. Остерегайся толчков. Да, надеюсь, Ворлок доберется до финишной линии. Я и жду. Нет, он на нас не рассчитывает. Для него мы просто кучка неудачников, путающихся. Он видел, на что мы способны. Так, теперь осторожнее. Так что, когда Никки будет с нами, мы будем ждать Ворлока? Держу коглазку. Для нашего плана требуется много участников. А кто сказал, что спасать галактику легко? Решаем проблемы по одной. Сначала спасаем Никки и останавливаем исполнение. Прагматичный подход. Не хочу считать цыплят до того, как они вылупили. Осторожнее, есть немного... Питер, возьмешь на себя? Конечно. Смотрите. Сюрприз, Питерелла! Мое естество наполняется гневом! Эй, пацаны! Эй, ракета! Давай, круби! Покажем этим гадам, что такие страшные галактики! Я готов преподать им урок! Жди, Гамора! Ракета, один последний рывок, команда! Выложитесь по полной! Давно встать пора! Сразу начинается война! Устроим им бой достойный галактической войны! Мы как будто с целой армией сражаемся! Тут прям как на выставке, урод! Один носится туда-сюда! Я попасть не могу! Устрою в эту попаданку аварийную! Вас сейчас устрою! Берегите! Попались, конюшки! Сильна. Я теряю контроль! Ребята, мы попали! Грабим! Мы его одолеем!
Это было больно! Надеюсь, никак! Если Рейкин там, он мой! Я постараюсь поговорить с Ники, если она там! Нет, мы хоть немного его задели! Гамора, руби! Гады ползут отовсюду! Меня врасплох не застанут! Подорви их, ракета! Вперед, Грак! Боль ждет тебя! Так-то лучше. Теперь начнется настоящий бой. Все готовы? Сделали серьезные лица? У меня только одно лицо. Переключи его в злобный режим. Ха, готово. Кто что думает? Я думаю, если золото с ним еще не закончил, то у меня для Рейкера припасена граната с его именем. Найдите Ники. Нужно увести ее от этих психов, а затем уже думать о Уорлоке, Мантис и всех остальных. Я верю, что твоя дочь будет спасена, Питер Квилл. Не надо слова на букву «В». Мы больше ее не потеряем. Не шумите. Что они сделали с корой? Ники! Они присобачили ее к этой машине в мятик и собираются направить в нее всю энергию веры в галактике. Исполнение началось. Нужно вытащить ее оттуда. Но как? Надо освободить руку и не лишаться силы. Вижу 4 кабеля. Вытащим их! Он перемещается! Он, надежда,
нарушать! Мой контракт! Жду подходящего момента! Уничтожим ракета! Сделай из них врагу! Последний, ребята! Я работаю над этим! Быстрее! Спокойно, я здесь. От меня руки! Почему ты так настойчиво все портишь? Не хочешь помочь мне? Не мешай! Не хочу я иметь детей. Ники, это кончится не так, как ты думаешь. Совет? Твой? Я видела, что ты сделала. Не хочешь время назад вернуть? Я чувствую свет внутри себя. Обещание будет исполнено. Она понимает, что ее план был сорван. Это? Небольшая заминка. Я права, великий объединитель? Гора нам понадобилась, чтобы лишнее бремя снять с вас, матриарх. Предлагаю вернуться. Прошу, дайте мне повод убить его. Это он? Божественный сосуд? Бледная тень вашего величия, матриарх. Пусть смотрят, я сделаю, что он не смог. Соберу веру со всей галактики сама, если придется. Вы хотите справиться? Я справлюсь с чем угодно. Ник. Что? Не переживай. Я ляпнул жучок парнише назад. Чего? Да, еще на мосту пометил, если опять удерет. Осталось только вернуться на Милан. Ракета, не вздумай меняться. Трекер подключен. Подтверждаю, золото на вшивой вмятие сокрали. Пристегните ремни, будет жарко. Вмять. Сейчас, сейчас. Нашел? В системе Альфа Геркулеса, в краеугольном камне. Есть, координаты введены. На этот раз им не уйти.
Вырубай, вырубай! Ёпта, корпус снова! Миросознание, видимо. Ладно. Что ж, сделали, что могли. Ники там, среди них. Должен быть способ. Да, можно побить их с помощью более могучего флота. К сожалению, у нас такого нет. Ребят, мы же короли безвыходных ситуаций. Неужели никаких мыслей? Ракета, а ты? Опустошители, предложи временное перемирие. Йонду гниет на Килне по моей вине. Вытащим его. Побег с Килна? Я скорее против флота церкви выйду. Я вытащу его. Да, ставлю на Гамору. И я старый. Я тоже, но что это меняет? Опустошители разбрелись во время войны. Кто-то выжил, залег на дно или мотает срок на какой-нибудь глухой планетке. И потом, что за пират без корабля? Дракс. Ты благородных кровей. Я думаю, пора принцу Спарты вернуться и сплотить свой народ. Ты на Спарте-то давно был? Я не был, но спартанские технологии превосход... В войну Спарту из-за технологии разорили. Там даже посадку не совершить. Грут, примем любую мысль. Не, эту не примем. Мы не свяжемся с Читаури. Да, такой Джокер в рукаве нам и нужен, но только не этот. Эти гады выстрелят нам в спину. Если сперва не выстрелят в лицо. Гамора, иди. Может, на Земле есть герои, готовые помочь? Ребятки в пижамах. В мощных пижамах. Поверьте. Земляне пока еще не настолько продвинуты, а нам нужен флот. Постойте. Что, если ответ все это время у нас под носом слюни пускал? Питер Квилл, этот зверь не управится с кораблем. Я не это имел в виду. Только подумай. От Ками нам особой пользы нет. Но и церкви она без надобности. Это они нам мозги получат. Спорим, животные им не интересны. Им нужен был космос. Разум космоса совершеннее нашего. Интеллект сделал его уязвимым. Так же, как и ракету. Спасибо. Но я не животное. Да я к тому, что мы знаем кое-кого с армией зверья. Уверен, Рейкеру она до лампочки. Как удостовериться, что она не с ними? Я есть друг. Стражи Галактики! Она не с ними. А ты не забыл, что она так рвется скормить нас своим деткам? Ребята, это оно. Наш последний шанс на успех. Придется как-то извиниться и исправить положение. Вот, как насчет подарка. Умаслим ее. И Грот больше в клетку не пойдет. Нет, ты бери выше. Намного выше. Бери зверя, за которого она родину продаст. Драк знает, о чем речь. О, да! О, нет, нет! Начинается! Ну что, полетели! На Маклу 4. Биться с легендарным Инфанфумом. Правда туда полетим? Говорят, с колец Маклу 4 постоянно льется огонь на головы грешных выродков, живущих внизу.
Уверен, на деле все гораздо хуже. Точно. Многие мои земляки отважились на этот опасный путь до меня. Так и не вернулись. Нет! Хватайтесь за что-нибудь! Пижон! А то! Зачем ты? Нет! Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Пин-Фан-Фума! Мы не разобьемся! Еще как разобьемся! Эти вершины опасны! О! Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Берегись той штуки, Питер! Которой! Думаю, она про все штуки! Питер! Беречься той штуки, да, я понял! Может, не надо во все врезаться? А хвост! А хвост! Славно! Тебе что, это нравится? Сейчас врежемся! Держи! Что ж, слегка отряхнуло, но главное, все целы. И мы смеемся, это круто. Это блестяще! Класс! Так мы паркуемся! Вернее, это Квилл так паркует. Сегодня нам не судьба умереть. Ну разве что Фин-Фан-Фум съест нас целиком. Все, вы его найдите сперва. Двинули? О, безумие. Так мы паркуемся, да. Эй, по-моему, это не должно искрить.